Очнулась и решила вернуться. Медведица, которую экологи вместе с нефтяниками несколько дней назад депортировали на остров Долгий, вернулась на Тобойское месторождение. Напомним, медведицу весом 200 килограммов сначала усыпили, а затем вертолетом доставили на остров Долгий. Ситуация находится под контролем. Сейчас экологи ищут варианты решения проблемы. Управление природных ресурсов и экологии НАУ планирует привлечь высококлассного специалиста по белым медведям из Института проблем экологии и эволюции Российской академии наук. Совместно будет принято решение о проведении спасательных мероприятий. Один из вариантов – вывести медведицу в район острова Вайгач или на новую землю. Пока животное ведет себя спокойно, вахтовикам рекомендовано не прикармливать ее и не провоцировать на агрессивные действия.